В эти выходные в Хакасии пройдут соревнования по скайранингу. 6 апреля спортсмены со всей России будут покорять хребет Боруса. Длина дистанции 20 километров, общий набор высоты 2000 метров. Соревнования в дисциплине «Вертикальный километр» пройдут на гладенькой 7 апреля. Длина дистанции 3,5 километра. Соревнования имеют статус этапа Кубка России по скайранингу. 6 апреля в Центре культуры и народного творчества впервые пройдет республиканский хореографический конкурс «Танцы народов Хакасии». В нем примут участие больше 600 танцоров республики в возрасте от 8 до 15 лет. Это коллективы национальных общественных организаций и хореографические ансамбли культурно-досуговых учреждений. Оценивать творческие состязания будут по трем номинациям – народный танец, стилизованный танец, соло и дуэт. Здесь же состоится гала-концерт и награждение победителей конкурса. А в последний выходной русский драмтеатр покажет комедию «Три красавицы». Легкая лирическая история о том, как один ничем не примечательный вечер становится отправной точкой в поисках настоящей любви. Три подруги, три красавицы, три женщины с разными характерами и разными судьбами решают кардинально изменить свою жизнь. Главные роли исполняют звезды Русского республиканского театра. Начало в 17 часов.